Вы смотрите отзыв об отеле Вестминстер. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Топс, который был в нем в 2017 году. Hotel Westminster. Всем доброго времени суток. Идея показать дочке Париж витала очень давно. И однажды, просматривая еще в октябре букинг, я обратил внимание, что сьют 45 квадратных метров, двухкомнатный на букинге, его название двухместный люкс Сент-Анаре, с включенными завтраками, стоит на 28 мая, 2 июня, 5 ночей, 1463,40 евро, с бесплатной отменой за день до заезда. Быстренько забронировав его, я позвонил в букинг и попросил узнать, сколько стоит разместить ребенка 12 лет третьим. Ответ был 100 евро за ночь. Отправив им запрос на DoveCrovet уже письменно, мне пришел ответ, что мы выполним вашу просьбу совершенно бесплатно. Почитав правила отеля, что детей бесплатно селят до 11 лет, а с 12 за 100 евро, я перевел это письмо с букинга на английский и вложил в папку вместе с бронью отеля. Письмо это нам очень понадобилось, так как в окончательный расчет они эти 100 евро добавили, но после того, как я им показал эту бумагу, извинились и вычеркнули. Ну а теперь про сам отель. Расположен он между Вандомской площадью и оперой. Очень красивый холл. Заселили нас очень быстро. Вид из номера во внутренний дворик. О чем я знал при бронировании. Нам дали номер на 3 этажа, номер 304. Номер очень просторный. Первая комната с диванчиком и креслами, столом, телевизором, декоративным камином и старинными часами. Кстати, не работающими, кондиционер регулируется для каждой комнаты отдельно. Мини-бар с высокими ценами. Все не помню, но шоколадка стоит 7 евро. Сюда нам и поставили DoveCrovet. Вторая комната. Шкаф, очень широкая кровать, телевизор, два стола, стулья, пуфик. В шкафу располагается сейф. В обеих комнатах по хрустальной люстре с 5 лампами. Освещение в номере очень приличное. Ванная практически размером с комнату. Тоже с окном. Биде, ванна, раковина и в конце с отдельной дверью туалет. Небольшие замечания. Биде находится от туалета через раковину и ванну, хотя у унитаза шланг есть свой рядом. И шторка на ванной смотрится как-то нелепо. Косметика в Булгарии. Зубные наборы дали по запросу. В номере халаты, тапочки, швейный набор, ложка для обуви. Нет в номере чайника. Дают ли по запросу, не знаю. Нам он был не нужен. Завтрак проходит внизу с 7 до 10. Учитывая час разницы с Москвой до 11. Что еще ничего, мы любим, когда он еще дольше. За завтраком горячее, омлет, картофельные котлеты, грибы, помидоры, бекон, сосиски. Несколько видов мяса и колбасы, менялось день ото дня, красная соленая рыба, 3-4 вида сыра, тоже менялись. Два свежевыжатых сока, грейпфрут, апельсин. И добавлялся иногда то морковный, красный апельсин. Выпечка, мюсли, хлопья, йогурты, фрукты. Из горячих напитков, чай, кофе, шоколад. Голодными точно не останетесь. Кому принципиально, игристого вина, шампанского нет. В отеле есть ресторан с мишленовской звездой, не ходили. В целом, отличный вариант разместиться втроем в двухкомнатном номере в центре города за 300 евро в сутки. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.